погода прекрасная, да? Ага. Всем огромный привет. Сейчас хотим съездить. Куда мы хотим съездить? В гипермаркет Лента. Форм, да? У нас наконец-то открылся гипермаркет Лента. Мы, правда, сегодня в Ленте были, в нашем самом обычном магазине, но он у нас немножко такой хреновенький. Хотя очень шикарные там фрукты и овощи, свежие всегда. Погода у нас, как видите, просто наишикарнейшая. Просто очень-очень классная такая. Сейчас прокатимся. Гипермаркет Лента у нас открылся когда? Где-то полгода назад. Мы там ни разу не были, только недавно об этом узнали. Хотим сейчас прокатиться, посмотреть ассортимент. Хорошо, что нет дождя. Поехали с нами! Ура-ура-ура! 24 часа, кстати, она работает. Я уже вижу, что там какие-то курицы по 109 рублей. Давай где-нибудь встанем. Неважно где. О, точно. Сейчас мы сходим в гипермаркет Лента. Вот такая у нас большая лента. Работает 24 часа. Посмотрим, что там. И все вам расскажем. Так, ну и что же мы купили в Ленте? Хочу показать вам свои покупки. Конечно, я очень-очень довольна. Так, сейчас буду вам показывать. Батон нарезной. 28-го хлеба с завода. Очень удивилась. Есть в Ленте. Мягкий-мягкий, просто обалденный. 23 рубля 29 копеек. Все цены буду вам называть по карте Лента, с картой Лентой, очень выгодно. Вот такой у меня длинный-длинный чек. Скидка составила у меня 353 рубля 55 копеек. Это с картой Лента. Так, дальше. Сашка взял себе такую вот московскую плюшку с сахаром. Мы ее очень любим тоже. Иногда, иной раз берем. 18 рублей 29 копеек. Тоже этого же 28-го хлебозавода. Очень-очень такая мягкая. Я себе взяла наконец-то попробовать вот такие конфеты фабрики имени Крупской. Очень давно хотела попробовать какие-нибудь любые конфеты именно от этой фабрики. Взяла сказки Перо. Не знаю. Выбирала очень долго. Конфеты Крупской есть разные-разные совсем. Попробую со временем все. Ну, какие найду. Вот эти сказки Перо 99 рублей. И также взяла
от марки Лента. Вот такие леденцы ассорти маленькие. Они очень люблю брать их на работу. И вот эти леденцушки стоили 49 рублей 99 копеек. Здесь 250 грамм. Они такие мини-конфетки, просто с чаем без сахара. Иной раз на работе их кушаю. Дальше взяли вот такие вот салфетки. Здесь 250 штук. Это тоже от марки каждый день, хотела сказать, уже как это, 365 дней. Это лентовская марка. И салфетки стоили 44 рубля 99 копеек. Но здесь 250 штук, конечно, салфеток. Немного я там прошлась, конечно, по хозяйственным вещам. Взяла вот такие вот пакеты для запекания фрекенбок с клипсами. Я никогда этой фирмы ничего не брала. Очень ее хвалят, эту фрекенбок. Говорят, что она очень достаточно хорошая и качественная. Поэтому я сегодня взяла себе три продукта фрекенбок. Вот это первая была, это пакеты для запекания. На них была очень большая скидка. 21 рубль 85 копеек. Здесь 4 пакета. Буду делать курицу, буду делать картошку. Посмотрим, потестируем даже вместе с вами. Взяла. Дальше я, наконец-то, взяла пергаментную бумагу. Тоже от этой фирмы Фрекенбок. Так как на эту фирму у нас в ленте была просто большая очень скидка, я думаю, почему бы нет, потому что продукция этой фирмы стоит достаточно дорого. Пергамент с каким-то специальным покрытием для выпечки, упаковки и хранения пищевых продуктов. Здесь 5 метров плюс 1 метр бесплатно. Вот. Я даже не знаю, никогда не брала такой пергамент, всегда получалось брать только какой-то дешевый. Первый раз вот что-то беру такое. Именно такое вот дорогое, потому что по акции. И пергамент 42 рубля 75 копеек всего. Тут написано, что можно использовать для всего-всего, и для выпечек, и для запекания, и для разогрева, и для замораживания. Что пергамент не прилипает к продукту, и суши готовить, и варка на пару, и жарко без использования жиров, и все-все-все-все. Взяла попробовать тоже. И дальше, наконец-то, я себе взяла вот такую фольгу Фрекенбок. Это новый стандарт толщины, максимум. Надеюсь, больше не будет у меня пища, ну, как говорится, продукты прилипать к фольге. Потому что тоже беру в основном самую дешевую фольгу по 30 рублей. Здесь 10 метров. На фольгу тоже была акция. Всего 60 рублей. Без акции она стоит 122 рубля. А без карты Лента и того дороже, по 128 рублей. Поэтому я очень рада, что теперь попробую продукцию этой фирмы. Надеюсь, она мне понравится и буду брать еще. Поэтому вот на эту фирму сейчас, по крайней мере в нашей ленте, очень-очень большая акция. Взяла себе наушники, у меня оторвался наушник, 119 рублей. Просто для компьютера, чтобы ночью никому не мешать. Взяла масло лентовское, вот это 180 грамм, 99 рублей 90 копеек. Очень, конечно, дорого, но нужно масло. Взяла себе вот такой пудинг, тоже хочу попробовать. Это с натуральной ванилью, доктор Эдкер. Ну, довольно неплохая фирма. Я обычно от доктора Эдкера беру себе всякое желе. Вот. Мне очень нравится их желе. Оно очень хорошо застывает и очень достаточно такое вкусное. И вот такие, это у нас получается пудинг, такой пудинг, он стоил, не могу найти, даже вот не могу найти, сколько стоил этот пудинг. 43 рубля 89 копеек. Вот такой пудинг. Будем делать его вместе с вами. Дальше. За 49 рублей 99 копеек я купила вот такой вот ящик для рассады. Хочу посадить сюда либо лук, либо посажу щавель. Что-нибудь сюда посажу. Очень мне понравился. Не знаю, какие тут размеры. Если вы увидите, то можете посмотреть, какие тут размеры. Вообще, поездкой в гипермаркет Лента я осталась очень-очень довольна.
Мне понравилось. Взяли вот такие вот плюшки, уже в машине их съели. Это у нас пампушки с чесноком. Очень-очень мягкие, они с чесноком, вкусные. Нам понравилось, 37 рублей, 25 копеек. Здесь было 6 пампушек. Далее очень много взяла, тоже помидоры взяли. На 115 рублей, килограмм 119. Это тоже достаточно недорого. Это по карте Лента. Взяли практически килограмм. Далее взяли огурцы. Огурцы самые-самые дешевые, пока вот нашла в Ленте. Очень хорошие огурцы. 59,99 килограмм. На 80 рублей взяли огурцы. Здесь у нас почти 1,5 килограмма. Кило 400 практически. Далее картошка 39 рублей. Очень вкусная картошка. Берем в Ленте уже третий раз. 49,99 на 70 рублей. Вот такая классная-классная чистенькая картошка. Так что сегодня немного прошлась по овощам. 149 рублей взяла 2 баклажана. Очень захотелось мне баклажаны. Вот такой выборжец. Очень классные, крупные такие баклажаны. Вот эта подложка 149 рублей. И взяла себе, так как были по акции, хочу немножко... люблю я Принглс. Немножко хочу погрешить. И не могу пройти, вот когда он по акции. Прям не могу. Вот без акции он 140 рублей, а по акции всего 90. Поэтому сейчас я вам даже точно скажу, сколько. Даже, наверное, не 90, а, наверное, и меньше. 8, ну да, 90 рублей. 89, 99 копеек. 89 рублей, 99 копеек. И вот такие чипсы, тоже все по акции. Понравился мне гипермаркет Лента. Может быть, еще буду ездить. Очень рада, что воспользуюсь вот наконец-то вот этой продукцией Фрекенбок. Взяла и пергамент попробовать, и фольгу, и пакеты для запекания. Все испробую, вам потом расскажу. Может быть, даже будем вместе пробовать. Все. Спасибо, что были со мной. На этом у меня все. Заходите в гости, не забывайте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, которые выходят достаточно часто. И всех вас люблю, заходите в гости, до свидания, пока!